Дыхание – это процесс, который проходит большую часть времени автоматически, без внимания к его выполнению. Однако неправильное дыхание негативно сказывается на процессах в организме. Для функционирования ряда систем и органов человека требуется углекислая кислота и кислород. Они попадают внутрь посредством дыхания. Оптимальная концентрация углекислоты в тканях не более 7,5%, а кислорода – до 5%. Если показатели превышены, это способствует развитию функциональных и патологических изменений в организме. Дыхательная гимнастика помогает научиться правильно дышать, чтобы сохранять оптимальный баланс веществ. Регулярное выполнение комплекса упражнений позволит оценить положительный эффект занятий, который сохраняется продолжительное время. Правильное дыхание, по мнению профессора Неумывакина. При глубоком вдохе в легкие поступает больше кислорода, нежели требовалось организму. Молекулы кислорода вытесняют углекислоту из клеток, что изменяет процессы обмена веществ. Кратковременный спазм сосудов провоцирует формирование свободных радикалов. Они необходимы для уничтожения атипичных и патологических клеток. Если вдох слишком глубокий и приемлемое количество кислорода превышено, радикалов образуется больше необходимого. Это приводит к поеданию здоровых клеток и саморазрушению организма. Профессор Неумывакин разработал специальный курс дыхательной гимнастики для восстановления баланса кислорода и углекислоты. Такие практики помогут предотвратить развитие ряда патологий. Дыхательная система разработана профессором Иваном Павловичем Неумывакиным для нормализации кровоснабжения у пациентов. Согласно исследованиям врачей, если какой-либо орган поврежден, это сопровождается порезом и спазмом сосудов в нем. Поэтому любое нарушение функции идет одновременно с проблемами работы сердечно-сосудистой системы. Если баланс кислорода и углекислоты долгое время нарушен, клетки организма самоотравляются. Причиной явления станет недостаточное количество кислорода, медленный обмен веществ и нехватка полезных микроэлементов. Дыхательные практики помогут предупредить возникновение патологии кровоснабжения. Что говорит Неумывакин о том, как нужно дышать? Если человек не следит за своим дыханием, высока вероятность разлаживания природного механизма контроля питания клеток. Такое нарушение приводит к уменьшению углекислоты, а высокая концентрация кислорода в крови не позволит клеткам насытиться необходимыми веществами быстро. Справиться с такими проблемами поможет дыхательная гимнастика. Регулярное выполнение упражнений помогает стабилизировать процессы питания тканей организма. Такой баланс способствует расширению капиллярных сосудов. Атомы кислорода лучше проникают в межклеточное пространство. Условия при стабильном балансе веществ благоприятны для качественного функционирования клеток, поэтому человек ощутит улучшение самочувствия, которое сохраняется продолжительно. Правильное дыхание по Неумывакину подразумевает редкие и маленькие вдохи, большие паузы на выдохе. Такое дыхание позволит задержать необходимый уровень углекислоты в клетках, что способствует нормализации процессов в организме и избавлению от спазмов. Уважаемые зрители, наша команда всегда ищет рецепты и полезный совет для вашего здоровья. Так что подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы поддержать работу канала. Преимущество регулярных дыхательных упражнений. Ученые из различных исследовательских институтов согласны с мнением профессора Неумывакина. Снижение уровня углекислоты негативно сказывается на человеке, способствует возникновению спазмов, которые не снимаются лекарственными средствами. Регулярные дыхательные практики по советам профессора Неумывакина предупредят развитие патологических состояний, помогут привести концентрацию углекислоты в норму. Правильное дыхание снимает спазмы и восстанавливает обмен веществ. Если выполнять упражнения с дыханием 2-3 месяца, можно заметить значительное улучшение самочувствия. Больные с рассеянным склерозом также отмечают восстановление здоровья. Оперативнее проходит реабилитация пациентов со стенокардией. Диабетики инсулинозависимого типа могут восстановить природную выработку инсулина регулярными упражнениями по Неумывакину. Страдающие мигренями заметят отсутствие приступов месяцами и годами. У пациентов с бронхиальной астмой наступает ряд положительных изменений при наблюдении в динамике. Техника дыхания по Неумывакину.
Комплекс упражнений по неумывакину предполагает развитие навыка задержки дыхания. Для желаемого эффекта стоит проводить регулярные занятия ежедневно, выделяя на тренировки не менее часа. Техника дыхания по неумывакину подразумевает такой алгоритм. Короткий вдох с быстрым выдохом и кратковременной задержкой дыхания на 10-30 секунд. По завершению подхода – выдох. После короткой передышки процедура повторяется. Суммарно требуется выполнить не менее 5 подходов в день, постепенно увеличивая время задержки воздуха. Техника дыхания в пакет. Дыхание в пакет помогает быстро насытить организм углекислотой. Метод применяется в случае резкого недомогания, появления боли в суставах. Всего 2 минуты упражнения с мешком, и критический момент отступит. Метод дыхания в пакет по неумывакину предполагает такую последовательность. На лице размещается полиэтиленовый пакет небольшого объема. Полиэтилен требуется прижать так, чтобы в него не проникал кислород. Дыхание в спокойном ритме через рот. Газообмен в пределах пакета предполагает быстрое накопление углекислоты, которая частично возвращается в легкие и насыщает клетки. Новичкам же следует продолжать упражнение не более 30 секунд. Постепенно время тренировки рекомендуется увеличить до 2 минут. В процессе такого упражнения с пакетом требуется внимательно следить за самочувствием. Если появляются недомогания, время выполнения дыхательной гимнастики стоит сократить. Советы для новичков. Регулярное выполнение дыхательных практик приносит многочисленные преимущества для человека. Правильное клеточное питание и стабилизация процессов обмена веществ способствуют хорошему самочувствию и внешнему виду. Чтобы добиться ожидаемых результатов, стоит помнить о нескольких рекомендациях. Выполнять комплекс упражнений нужно регулярно, желательно ежедневно. Длительность занятия не менее часа. Такая практика поможет увидеть первые изменения и прогресс спустя короткое время. Концентрация внимания на процессах вдоха и выдоха помогут более качественно выполнять тренировки. Поэтому стоит заниматься по рекомендациям Неумывакина в спокойной обстановке, где минимум отвлекающих факторов. Постепенное увеличение времени выполнения каждого упражнения помогает развивать навыки правильного дыхания. Прогресс обеспечит большую эффективность тренировок и благоприятно скажется на самочувствии и здоровье человека. Многие пациенты отметили уменьшение интенсивности проявления симптомов хронических заболеваний, поэтому правильный подход к дыхательной гимнастике помогает значительно улучшить качество жизни. Помимо тренировки навыка задержки дыхания, благоприятный эффект имеет пение. Для упражнений не обязательно иметь поставленный голос. Понадобится ориентироваться на технику, которую используют певцы для контроля тембра и интенсивности голоса. Требуется сделать плавный вдох за секунду и медленный выдох за 8-10 секунд. Такой способ позволяет задержать углекислую кислоту, насытить клетки организма необходимыми микроэлементами и улучшить кровоснабжение. А вы пробовали совета доктора Неумывакина на практике? Напишите, какие у вас результаты и что вы думаете о такой технике дыхания. Спасибо за просмотр. Чтобы не пропустить познавательные видеоролики, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Здоровья вам!